Итак, в общем, ребят, всем привет. Как бы заказал такой вот телефон с интернет-магазина Розетка. Называется он Samsung M30S. Получается, сам телефон. С ним шло 3 подарочных сертификата, то есть на 100 гривен скидка. Пакет, то есть МТС, карточка. Ну и там, ребят, дальше гарантийные талоны и чек. Давайте распакуем телефон, посмотрим, как бы, что и как. Так. Давайте вот так. Вот так у нас коробочка выдвигается. Мы видим вот надпись Samsung красивую. Тут у нас получается документация лежит. Вот сам телефон Samsung. Galaxy M30S. Infinity U дисплей написано, трипл камера и 6000 мАч батареи. То есть, ребят, самый плюс этого телефона, такой крупный, то что тут батарея на 6000 мАч, то есть, ну, мне кажется, держать будет неплохо. Есть у нас, получается, иголка, чтобы слоты под карточки вытащить, зарядной блок, ну и провод черный. Хочу сказать то, что телефон черный, поэтому и зарядной у нас такого же цвета. Давайте это отложим всю сторону, вот так. Ну, давайте распакуем, посмотрим, как оно шо. Снимем эту пленочку. Поддержим в руках телефон. Ну, как сказать, ребят, ну, держится нормально, как бы. Сзади тут вроде пластик, но... Ну, ну, приятно, то есть на ощупь, как бы не сказать, что такой, знаете, дешевый пластик и так далее. Довольно-таки добротный. Ну, рамки такие небольшие, нормальные, как сейчас во всех бюджетных андроидах. Сделано в Индии, кстати, ребят, компания и Samsung. Так что не в Китае, а в Индии сделали. Давайте запустим, не знаю, вот, ребят, 3 камеры такие тут. Смотрится он, ну, он такой, ребят, темно-синий, наверное, не черный. Смотрится интересно. Давайте, ребят, запустим тогда. Посмотрим, как он вообще в работе, как сенсор. Получается у нас 4 гигабайта тут оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Запускается таки довольно бодренько, по первым впечатлениям. Запуск Android. Ну, тут, ребят, настройки надо сейчас будет проводить. Да, поехали и так далее. Языки выбирать. Ну, вообще, то есть... Сенсор работает нормально. Заблокируем его. Кнопочки нажимаются нормально, четко. Как бы с одной стороны блокировка, громкость, а с другой стороны слоты под... карты. Держится приятно в руке. Как бы не сказать, что лопата такая, в принципе, удобненько, все отлично. Поэтому такой, ребят, у нас распаковочка. Всем спасибо за просмотр. Спасибо интернет-магазину Розетка за быструю отправку товара. Всем покеда.